Жизель ввела в привычку питаться сбалансированно и каждые 3-4 часа, что позволяет ей все время быть в отличной форме и не голодать. И если это получится и у тебя, то сначала ты сможешь скинуть до 7 килограммов за месяц, а потом и удержать этот вес. Нужно пить не менее 2 литров чистой воды, ведь она ускоряет метаболизм и выводит из организма все ненужное, забудь про алкоголь навсегда. Муж модели говорит, что никогда не видел Жизель с бокалом вина или чего покрепче, никогда не ешь на ходу, попрощайся с фастфудом, жирной, копченой и соленой пищей. Ты можешь позволить себе шоколадку или мороженое, но редко и только в первой половине дня. Кайенский перец ускоряет метаболизм, поэтому если нет на него аллергии, старайся как можно чаще добавлять его в блюдо. Старайся, чтобы твой рацион всегда был разнообразным. И еще следи, чтобы все готовилось из свежих, натуральных продуктов. Вообще, минимальная термическая обработка еды – это лучшее, что может с тобой случиться. Долгие часы у плиты никого не сделают счастливым, ни тебя, ни твою фигуру. Не позволяй себе превращать свое тело в мусорное ведро, это относится и к периоду беременности, когда девушка должна с особой тщательностью следить за своим рационом. Помимо этого, у модели есть черный список продуктов, о которых она даже не вспоминает: белый сахар, белая мука, глутамат натрия, йодированная соль, грибы, молочные продукты, посленовые овощи, тут есть исключения, например, помидоры она все-таки иногда ест. По признанию личного повара Жизели Тома, муж модели Алина Кэмпбелла, 80% их рациона, у них вся семья питается правильно, составляют овощи. Если еда не органическая, то они не будут ее есть. Эта парочка обожает зерновые, коричневый рис, кино, пшено и бобы. Остальные 20% их рациона – постное мясо, органические стейки, утка и курица, или рыба, любят дикого лосося. Завтрак – хлебец из муки грубакового помола, фрукты, чашка черного кофе без сахара и молока. Перекус – горсть миндаля. Обед – постное мясо или нежирного сорта рыба, гарнир, гречка, овощной салат с оливковым маслом, чашка зеленого чая или стакан воды. Перекус – одно яблоко. Ужин – мясо или рыба, приготовленные на гриле или пару, хлебец с кусочком твердого сыра, чашка зеленого чая или стакан воды. Если у модели через пару дней намечается важная съемка или показ, то ее меню выглядит несколько по-другому: завтрак – 1-2 яйца в смятку или салат из 2 огурцов и половины томата и чашка зеленого чая. Обед и ужин – чашка творога, жирность не более 1% и чашка зеленого чая. Сидеть на таком рационе рекомендуется не более 3 дней, так как это стресс для организма, и он быстро отзовется, ты похудеешь, сбросишь до 3 кг. А вот потом могут начаться проблемы, пищеварение замедлится, да и самочувствие будет так себе. Не рискуй.